Сейчас приготовим эффективное азотное удобрение с помощью установки КВ-7 с эффектом Юткина. А затем польем растения. Эти растения я поливаю раз в две недели этой водичкой. Там растут кабачки на электрогрядке. Это лопух такой большой. Вот. А за лопухом там стоит длинная грядка, где растет рожь и пшеница озимая. И сейчас их польем как раз. Установка азот состоит из КВ-7, эффект Юткина, и ионизатора. Ионизатор через трубку подает озон, воду. Ну и здесь же кавитатор стоит. Включаем сначала ионизатор. Ну, можно назвать его озонатором. Вода озонируется, ионизируется с помощью вот этого прибора. Далее включаем эффект Юткина КВ-7. Все, удобрение готово. Теперь эту водичку нальем в лейку и пойдем польем растения. Разводим 1:2. Одна часть вот этой чудо-воды и обыкновенная вода. Так, а теперь польем этой чудо-водичкой вот эту грядочку, на которую мы еще осенью посадили озимые. И вот какие они здоровые выросли. Смотрите. Вот это вот рожь. Вот сейчас будем поливать ее. Именно полив, посмотрите, как происходит. Именно верховой. Это делаем раз в неделю. Вот маленькой леечкой делаем верховой полив. И вырастают вот такие вот неимоверно большие растения. Перед этим были тюльпаны очень крупные на этой грядке. А сейчас посмотрите, вот полевой василек. Вон высота у него какая. Маша высокая. Он ее роста почти что. Вон, посмотрите. Рожь обычно маленькая. Здесь вон какая огромная. Маки полевые. Вон высота какая. Хотя он должен быть маленький.